Всем привет, ребятки, мы сегодня поиграем в Total Tank Simulator. Вообще, эту игрушку хотел на канал выпустить еще в марте 2017 года, более полугода назад. Но тогда что-то ее так и не выпустил, записал одну серию, и потом ее в итоге удалил, даже и не выпустил на канал. Вот, решил сегодня наверстать упущенное, игрушка оказалась очень даже интересной, даже популярной. Вот. Будем мы сегодня начинать проходить кампанию за советскую сторону. Все, в принципе, погнали, level 1. В центральном России начинаем. Погнали. Вот, значит, наша карта, наше поле сражения. Так, ну давайте, значит, начнем с аэродромов. Раз. Так, окей, давайте пока одним ограничимся, окей. Танки. Нам нужно побольше танчиков. Так, предлагаю 5 ИСО вторых поставить. Далее, наперед поставить побольше 34-очек. Так, даже, в принципе, здесь много. Перебор. Перебор, да-да-да. Так. Может сделать... И еще вот здесь. Вот здесь вот давайте поставим. Окей, теперь артиллерию нам надо. Так. Ну, предлагаю вот здесь вот поставить сейчас. Вот здесь. 3. Вот здесь 3. Нужно еще для аэродрома поставить у нас зенитки. Вот. И поставим еще, давайте мы... Так, есть у нас антитанк. Пушки, короче, противотанковые пушечки. Так, одну вот сюда, одну сюда, сюда. И можно еще, в принципе, поставить... Су-85 для поддержки вот здесь вот. Так, у нас еще 250. Ну, еще одну 34 сюда. Ну, вот, неплохо, в принципе, как по мне. Думаю, хватит. Все, давайте начнем. Так, давайте мы за какой-нибудь танчик сами переключимся, будем играть. Так, С-2. Во, давайте мы за этот танк поиграем. А хотя, в принципе... Так, как там... переключиться, вот, все, на эскейп, ага, отключиться, можно за арту это подключиться, поиграть, вот, предлагают по скоплению, по самому, вот сюда давайте, чпоньк, попадем, ай, блин, тут холм, давайте тогда вот сюда стрельнем, так, огонь, давай, о, есть, ровно прям куда нужно. Там просто рубило у нас такое дикое начинается. Так, быстрее перезаряжайся. Еще раз. Давай. Есть еще попадание. Прям в королевского тигра мы дамажим. Во, уже что-то там минус. На. Давай. Есть, по штугу. Так, ну вот здесь скопление еще я вижу. Сюда надо лупить. Сюда. Во, давай. Хренакс. Ладно, давайте отключимся мы от нашей арты. Переключимся за ИС-2. Так, вот что тут едет. Серьезное. На, минус. Или мы по своему попали. Ну ладно. Нормально, вот вижу противника. Третий панцер, ну мы его подобьем сейчас. Очень даже легко. Вот. Готово. Топово. Немцам жопа просто, задница полная. О, их там просто разгасили. Вы видели как? Охренеть. Так, ну все, едем в атаку. Не, давайте переключимся за кого-нибудь поближе. Кто у нас тут есть? Так, сейчас. Вот. Кто у нас тут есть поближе? Аэродром только самый ближний. И все. Давайте гасить за арту. Так, арта нам нужна, хэви, вот. Так, ну давай, переключайся. Сюда будем по скоплению прямо гасить. Где самое-самое скопление у противников артиллерии, вот этих всяких там ПТ, противотанковых пушек и там зенита. Ну, короче, вы поняли. Где самое-самое такое все, самое опасное стоит. То, что сейчас может наши танки из строя вывести. Давай, хренакс. Еще минус 3 цели. Сюда. Мы сейчас с одной арты вынесем, блин, всю вражескую батарею.
На! Еще минус 3 цели. Сюда надо стрельнуть. Вот сюда. Давай. Давай, лети, лети, лети. Давай. Что-нибудь уничтожим? Да, одну зенитку, по-моему, уничтожили. Так, вот прям... Ай, блин, снесли уже. Поздно стрельнул, блин, поздно стрельнул. Ну ладно, может хоть что-то там заденется слегка. Так, еще есть вражеский аэродром, да? Нет, уже его уже нету. Все, его уже снесли. Давайте. Ну давай, давай, наводить же, блин, пушечка-то. Ну ладно, стреляем, может, да попадем. Давай. Ну, да, попали. Так, ну и почти все. Вот. Еще последняя цель у нас. Сейчас мы по ней попадем. Ее пытаются вынести. Но все, минус. Последний самолетик остался, его также сбили. Все, мы прошли первый уровень. Soviet Victory. Next. Второй уровень давайте. Старт. Видите, игрушка реально очень крутая. Так, ну вот самое основное скопление противничков. Нужно побольше арточки нам поставить. Так, ну естественно, побольше со вторых. При этом вот сюда вот мы их поставим, давайте. Целых 5 штук. 34, думаю, ну, будут достаточно хороши. Но вот, надо посмотреть хп. Ну и со вторых у нас, сейчас гляну. 375 хп, у 34 только 100 хп. 34, посмотрите, они очень дешевые. Так что их можно реально вот так вот наклепать здесь много. Вот так, вот так. Ой, нам надо еще поставить артиллерию. Сюда, сюда, сюда. Побольше артиллерии. Стоп, это я хэви ставлю артиллерию. Так, давайте ударим, а то я что-то этот момент прогавил. Хэви, хэви, вот. Нам надо хэви ставить. Хэви арточку. Так, ну помню, я много, да, этих 34 поставил. Так вот, нужно удалить. Нужно нам еще... Противо эти, короче, систему ПВОшек, противовоздушной обороны обязательно поставить сюда. Во, чтоб нас не снесли. Ну, в принципе, хватит, я думаю. Еще переиграем. Так, и еще одну 34-ку все-таки сюда поставим. Старт. Так, мне нужна арта. Одна арта, одна арта. Давай, вот она ты. Во. А ну, куда ж ты стрельнул-то? Сейчас попадешь, да, вроде? Не, криво, криво очень стреляет. Арта вот эта, которая... Короче, когда за нее бот играет. Вот, огонь. Да, попадание, попадание. Или нет, похрен. Так, вот скопление, прям серьезное такое, противничков. Так, ну тоже мы там что-то слегка попали, по-моему, нормально, неплохо. Так, вот еще скопление. Нет, вот, вот серьезное реально такое скопление, прямо огонь. Давай, давай, прям в них, давай. Ну, рядом, нет, нет, нет. Рядом, блин. Быстрее перезаряжайся. Вот, 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 вообще капец, там столько танчиков. Сейчас мы стрельнем, я думаю, точно попадем туда. Да, на, есть, по штуку третьему вроде попали. Вот, давайте вот сюда сейчас стрельнем. Там нашим задница, с всех сторон их просто жмут. Давай, арточка, работай лучше. На, есть, попадание еще. Надо вот, вот этих гасить, которые к нам прям бьют. Все, нам задница. Только на арту мы можем на нашу надеяться. Ай, блин, гадские эти небольшие холмики. Блин, возле нас попали. Капец. Умри. Да ну, гадский этот холм, какого хрена он тут вообще... Ну все, нам задница, я могу точно сказать. Что-то, ну мы же там вроде серьезные танки поставили. Че их так, блин, быстро вынесли-то? Ну попал. Его не особо что-то. Давай, давай. Еще есть шанс что-то сделать. Ай, гадский холм, снова какого хрена? Выше бери, блин. Пушка ты. Вот, вот. А, вот прям танчик, давай по нему. Попал, блин, попал, он на починке. Эх, все, меня убивают. Все, что тут еще осталось? Да все, а нет, вот еще одна пушка. Ну и ее уничтожать. Все, мы, блин, просрали, ясно, дефит. Плохо, плохо, again.
Так, надо все удалить. Yes. Я знаю. Возможно, наша ошибка в том, что мы сильно много ИСов вторых поставили. Так что давайте мы поставим один бомбардировщик. Здесь систему ПВОшек. Буквально три штуки. Потом мы поставим всего три ИСа вторых. На поддержку. Вот здесь вот. И надо побольше поставить... Что у них там вообще за танки-то? Надо было с этого начать. Танки у них тут... Так, у них есть зенитки даже тут. Которые типа ездят. Штуги в основном. И панциры. Панциров очень много. Но они ж вроде не должны сносить особо. Здесь что у нас? Здесь у нас, по-моему, да, посерьезней. Штуги. Везде одни штуги, я понял. И со вторых наших сносят. Ага. БТ-шек надо много поставить. Это реально до хрена прямо. Чтобы они мясом были. Так. Спереди вообще нужно нам поставить... Нет, надо их, этих удалить, всех БТ-шек. Сюда мы давайте поставим... Так, у нас что вот по ХП-то? Ну, 650 аж стоит. Можно 3-4 много понаставить. Только аж сюда. Например. БТ-7 сюда. Много БТ-7. Еще можно немножко 34-ок вот сюда. Во! И арточку обязательно. Три штуки, думаю, хватит. И еще одну 34-ку. Не знаю, получится или нет, но стоит, я думаю, попробовать. Так, а мы будем, наверное, играть за какой-нибудь серьезный танк, а пока за арту. Так, вот. Ой, это я не так. Не так за нее начал играть. Мне нужно на правую кнопку мыши. Вот, все. Так, давай, давай, давай. Вот, все, вот здесь скопление основное. Нужно сначала вот этих всех вынести. Тем более, не тут, вы видите, все в ряд едут. Можно реально хорошенько так бабахнуть. На! Вроде мы что-то там уничтожили. Давай, давай, по скоплению прямо. Ну, что-то там мы тоже рядом попали. Неплохо, нормально. Так, все, наши там заезжают просто в бой. Так, стреляем по вот этим. Сейчас посмотрю, что там будет. Так, ну попали, попали. Ладно, все. Быстрее, быстрее. Нам нужны исы вторые. Где исы? Где исы? Исы, исы. Вот они. А, опять я не так подключился. Вот. На. Есть. Так, давай, давай, давай. Опа-на. Ах ты ж падла. Получи. Как я его не пробил, что ли? Как он так нас хорошо прям сносит? Да капец, вы это видели? Ни хрена себе. А чё так нас эти штуки-то сносят дико? Нас снова прорывают. Да. Да ладно, ладно. Сейчас прорвемся мы еще. Башня, давай, блин, лучше наводись-то. Какого хрена так все происходит плохо? Почему эти штуки такие мощные? Как мы их так не можем прорвать-то? Так, ИС. Минус. Мы его легко сносим, главное попасть правильно. А то я в пушку в предыдущий раз попал. Ладно, в этот раз мы их походу сможем победить. Есть. А нет, мы ее повредили, я понял. FFF. Опа, нам гасят просто дико. Так, этого мы уничтожили. Можем ехать. Friendly fire. Все, окей, окей, окей. Так, исы пускай пока сами справляются. Нам нужно за арточку переключиться. Давай, давай, блин. Я еще не привык нормально к управлению. Надо гасить арты. Прям сюда, по скоплению. Вот сюда, на. Давай. Хренакс, да, попадание, попадание. Ну все, в этот раз мы вроде смогли победить. Так, вот сюда вот. Игрушка вообще не самая простая такая, знаете. Так, еще минус одна цель. Сейчас мы также должны попасть. Давай, давай, лети, хорошенечко летишь прямо. Вот, да-да-да, класс. И последняя цель, думаю, сейчас вынесут. Все, ее уже вынесли. Ну все, мы победили.
Очень крутая игрушка. В принципе, на этом все. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы я еще выпускал серии по этой игре. На этом я с вами прощаюсь. Так, next. Все. Всем пока-пока. В следующий раз мы будем уже проходить Level 3. Пока-пока.